В Казахстане сегодня отмечают Национальный день влюбленных. Учредили эту дату 10 лет назад, 15 апреля 2011 года. Он посвящен героям казахской легенды, которая повествует об искренней и настоящей, но трагической любви юноши Казы Курпеш и девушки Баян Сулу. Десятилетнего юбилея празднования Дня влюбленных столичным молодоженам сегодня выпала возможность официально заключить брак в торжественной атмосфере. Разумеется, с соблюдением всех санэпиднорм. Под звуки дамбры 10 молодых пар получили свидетельство, запечатлили радостный момент на фото и пожелали друг другу счастливой семейной жизни. Год назад Захар мне сделал предложение, это было в Каппадокии, на воздушном шаре, прямо в день рождения. И мы очень рады тому, что именно сегодня у нас бракосочетание в таком красивом месте. Поздравляю каждую пару, которая решила скрепить свой союз. Я всем желаю бесконечного счастья, огромной любви. Цените друг друга, любите.